Всем привет! У нас вчера была метель, а сегодня идет такой то ли мокрый снег, то ли что. И снег совершенно такой вот тает под ногами. Вот прям мокрый-мокрый. Вот. И пасмурная такая погода. Вот. Такие тучки у нас. Вот. И немножко, ну вот, капает. Вот даже клетка мокрая. Вот, ну, в общем, на улице тепло. Вот такая вот красота тут образовалась. Вот. Я пришла закрыть сарай. Немножко открыла сарай, чтобы они выходили, гуляли. Там у меня плед висит. Вот. Да, козюлька? Я пришла, думаю, закрою. Сейчас она вот вышла опять. Ну, на улице тепло. Вот. Темно. Сейчас включу свет. Коза отдыхает. Вот. В общем, так вот у нас. Я вчера снимала метель. Вот. Сегодня сейчас смонтирую и залью YouTube. Сегодня вот такая ветреная погода. Вот, но вот ветер то есть, то его нету. И вот такие мои козюльки. Я их выгнала погулять. Вон там пожевать палочки. Но они у меня хотят, я их переместила на что этот теплый сарай куром. И вот они у меня ждут. Вот, нагулялись, сами идут, замерзли. Замерзли, хотя туда. Вот. Вот так у меня здесь курочки, козочки. Вот. Вместе сидят. Вот сейчас они у меня здесь. Я их было, когда холодно, я их сюда переместила. И теперь они в сарай не хотят идти. В это, в холодный сарай не хотят идти. Вот они у меня здесь. Сарае. Вот так вот. И вот на улицу не хочет выходить. Да? Вот так вот. Тепло все любят. Фу, фу. Раз, фу. У нас сегодня вот так вот. Фу. Вот собак заметает. Это у нас приветствует всегда. Вот так. Фу. Фу, говорю. Фу. Раз, фу. Я хотела показать, вот так у нас метет. Сегодня ветер. Вот, даже вот не видно. Это вот все снег. Вот вдалеке вот не видно деревья. Вот пошел снег. Был сначала ветер. Вот так вот у нас метет сегодня. Вот, наши собачки бегают. Вот. Вот так вот сегодня метет. Вот. И с ветром заметает. А я хочу похвалиться своей новой шапочкой. Вот такая вот с бубончиком шапочка. Ой, как метет, как метет. Вот здесь тоже такие бубончики. Эту шапочку я выписала на AliExpress. Она теплая, двойная. Вот здесь такой мех. Ой, как заметает. Ой-ой-ой. Вот. И, в общем, я ее что выписала, мне все время это дуло в уши, и холодно было, мерзло. И, в общем, я взяла вот ее, вот она, видите, она хорошо закрывает уши, она двойная, и очень тепло в ней. Я вот вчера мне ее прислали, я ходила на почту, и вот, в общем, такая теплая шапочка, и совершенно уши не продувает. В общем, мне она очень понравилась. Вот, вот такая вот хорошая шапочка у меня. Ну ладно, на этом все, пока-пока.